Привет, меня зовут Эд, и сегодня я запишу для вас несколько видеорецептов на тему здоровья и красоты. Лечим ангину натурально. Значит, сегодня я предложу очень хорошую смесь. Многие о ней еще не знают. Эта смесь принадлежит, в принципе, к народной медицине, но продается она в аптеке. Поэтому вам теоретически ничего варить не нужно. Состоит эта смесь из концентрата трех трав. Это календула, ромашка и тысячелистник. Называется эта смесь ротокан. И, как вы услышали, в состав его входят только концентраты трав, вот этих трех основных трав. Поэтому сходите в аптеку, купите себе такие концентраты трав, ротокан, и начинаем лечить ангину, красное горло, воспаление миндалин, насморк, тоже все это будет в комплексе лечиться. То есть как простудные заболевания, так и сама ангина будет очень хорошо лечиться. Если ангина не сильная или на начальной стадии, без температуры, без ничего, в принципе, если применять парочку моих вот этих рецептов, есть разные у меня и натуральное лечение ангины, и лечение с помощью аптечных различных препаратов. Это у меня все есть. Посмотрите мой плейлист. Если хотите, возьмите 2-3 рецепта и, пожалуйста, лечите свою ангину. Если ангина, конечно, уже очень сильная, в комплексе, конечно, надо обязательно воспользоваться и медикаментозным лечением, желательно назначенным врачом. И тогда в комплексе вы за 2-3 дня прогоните от себя ангину. Итак, берем наш ротокан, подготавливаем воду, кипяченую, охлажденную до теплого состояния воду, и берем 1 чайную ложку данного концентрата, 1 чайную ложку, растворяем, то есть добавляем в 200 мл кипяченой, охлажденной до теплого состояния воды. И идем в ванную, так сказать, полоскать наше горло. Полощем 2-3 раза небольшим количеством, как я вас учил. Один раз можно прополоскать весь рот, потом горло, и второй-третий раз полощем максимально ближе к горлу. Когда закончили полоскать, можете на дне оставить, на дне немножечко вот этого уже нашего полоскания, так сказать, растворчика, и буквально маленький такой глоточек, раз, и можно его выпить. Вот и все. Сколько можно выполнять такие полоскания? В принципе, 3-4 раза нормально. Но если ангина прогрессирует или сильная ангина, можно до 6 полосканий делать в течение дня. Ночью, конечно же, можно не делать. Перед сном обязательно, утром встали обязательно. Потом распределите дневное время на определенные участки, равномерные желательно, и полощите. Главное требование: после полоскания полчаса не пить и не есть ничего. Потом через полчаса, лучше через 40-45 минут, можно пить воду, соки, кушать и так далее. Все, полощите. Будьте здоровы, лечите свои простудные заболевания, лечите эту несносную ангину и смотрите мои другие рецепты для здоровья и дальше. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы.
отвечу каждому. До встречи на моем канале. Всем удачи и мир вашему дому.